Нанотехнологический центр «Дубна» в рамках специализации «Зеленая энергия» представляет проект «Интеллектуальные энергетические сети. Технологии интегрированной передачи энергии и данных» от компании LifeNet. Технология позволяет передавать электроэнергию в виде электромагнитной волны по любому металлическому проводнику. В заданных точках приемник преобразует электромагнитную волну в электрическую энергию, которая питает оборудование. В качестве среды передачи используется стандартный оптоволоконный кабель, длина которого может достигать нескольких километров. Энергия передается поверх металлического троса подвески, что позволяет одновременно передавать информацию и питать оборудование. Технология позволяет быстро и с минимальными затратами создавать комплексные энергоэффективные решения для объектов и территорий, обеспечивая одновременную передачу энергии и данных на значительные расстояния. Она может применяться для проектирования систем безопасности, Wi-Fi, освещения и энергоснабжения от отдельных объектов и территорий до улиц и городов с минимальными затратами на монтаж — 4 часа на 1 километр трассы. Мы создаем комплексные решения для безопасности движения общественного транспорта и обеспечения непрерывных зон высокоскоростного Wi-Fi доступа пассажиров по всей трассе движения и на прилегающих территориях. Это решение уже внедрено в Дубне на улице Строителей, где в непрерывном режиме работает уже с 2012 года. Используя одновременную передачу энергии и данных, мы создаем инновационные системы видеонаблюдения на территории образовательных учреждений с беспроводным доступом к образовательному контенту. На нашем испытательном полигоне в Наукограде Дубна, на территории Международного университета Дубна, мы развиваем технологии Smart Grid, отрабатывая модели электроснабжения малых поселений с использованием альтернативных источников энергии. Наша ключевая цель – создание интеллектуальных и доступных энергоэффективных решений будущего, обеспечивающих комфортное проживание жителей.